шов домой. Ламину белый я. Вижу мордость пред женой, но вижу не моя. Я спросил свою жену, скажи мне, не тая, что за мордость пред тобой, где бы и должна моя? Ваня, ну что за морда, что за шум? Даже скорее спать. Это не морда, а арбуз, что принесла мне. Вот объехал я весь свет, везде я побывал. Ну что, арбуз с усами был, нигде я не встречал. Ну что, арбуз с усами был, нигде я не встречал. Это хуйня. Четвертый раз пришел домой, в лавину пьяный я. Да вижу жопу на жене, вижу не моя. Я спросил свою жену, скажи мне, не тая, что за жопа на тебе, где быть должна моя? Ваня, ну что за жопа, что за жопа? Скажи скорее спать. Это не жопа, а горшок, что привезла мне. Так вот объехал я весь мир, везде я побывал. Чтоб горшок жену ебал, нигде не ебал. Ну что, горшок жену ебал, нигде не ебал. Вот так вот, Горбатов. Еще горшком. Продолжение. Вы не слушайте. Народ продолжение требует. Вы все были молодые, да? Не бил горе матери, ёпа твою мать. Вы все по телевизору смотрели сказку, да? Эта сказка была, как волк семер козлят украдал, помните? И что с ним было? Никто не помнит, да? Их конец никто не видал. Пою вам песню. Эпана! Извините. 5 минут страху, задвинем все. Там я что-то ворвалось. 5 минут страху. Слушай-ка, когда на машине едешь, колеса крутятся, там хоть гайка крутится, а тут ведь ничего не крутится, не верится, а земля крутится. Вот у нас и бабы такие, все крутятся, крутятся, хуй раскрутятся. Вот ты на машине пока не затянешь, не удостоверишься. И бабу пока не поймаешь чужим мужиком, хуй удостоверишься. А такие вот у нас дела. И бабы такие, а мужики еще хлеще. А правда, девчонки, какая суть есть? У кого, говорит, нос больше, у того ширинки больше. Я вот не видал. И не проверял. В бане мылся, но не проверял. А что мы с мужиками? Всю дорогу в трусах промылись. Техники японс на завтра и реагируют. Не заводится. Пассатирно. Вчера дайте пассатирно. Кто рука покрепче? Спрашивай, позиция есть? Кто у нас служил в Афганистане? Где он? Борис. Затяните 2 болта. Где он? Ваня! Смотри всех на бок, блядь! Карты играл! Мужчина, затяните, пожалуйста. Какой вежливый. Очень солнечный. Но грязь будем зоним внутри. Я доверю вам. Бабу свою, он всю резьбу умеет сковить. Домоете, домоете. Как мне сыграть? Вот мечтание. Вообще место существует. Минуточку, подождите. Он вам хорошо поет. Молодые одни танцуют. Вам не стыдно? Слушайте. Слушаем, слушаем. Я сказал, нахуй, ты молодая, лучше гармониста. Да. А молодые что? Они завтра спросят. Хоть мы спросим, сколько чего и как, куда чего. Да ну что, спать.
шумом-то ближе ботался, а словно обе у нее глаза, а словно девушка была стройна, ох, нашей Машенькой звалась. А много-много лет тому назад нас жила казахская фантазия, и козел ее имя там не платил, и казак от этой сама растет. Искать послов и закрыла двери на засов, а только что попытка сына мне, а появился тут разъебавок. Он ими говорит, а вы, козлёчки, ребятушки, а в рот ебали вашу матушку, а отворите ко мне ремни, а козлёчки вот хуй. Считайте за парада в нас, а все мы знаем, что ты пила раз, а у нашей мамки голосов, ну тоньше б на жопе волосов. Он красавцы с одним белоградием, и послал хотя тебе не матери. Теперь не матери, он где вас одни мои сынки, ну приобрел вам мне песенки. И тут газета не себе, а отворили вот тут двери в лев, бог наебал и старый лоб улыбнет, и козляшка пришел пиздец. Ай, боже, блядь. Лоба рука. Следующий конец.